Re, viss ēters ir te! Энтузиасты и реставраторы восстановили уникальный автопоезд Рижской автомобильной фабрики. Латвийцам он запомнился тем, что в конце прошлого века катал посетителей межапарка. На торжественной презентации легендарного автомобиля побывал Андрей Дмитриев. Автопоезд Рижской автобусной фабрики изготовила к Московской Олимпиаде 1980 года. 20 таких поездов в то время возили спортсменов по Олимпийской деревне, а 21-й остался в Риге, где катал людей по межапарку. Последние годы легендарный автопоезд в плачевном состоянии дожидался реставрации. И вот это случилось. Это не было моя любимая тема, скажем, я даже немножко так смотрел на это дело. Но когда мы начали реставрацию, и я почувствовал, сколько это еще живая память у людей. У каждого третьего, с кем не говори, все помнили этот поезд. И, наверное, стоило это действительно сделать, чтобы вернуть эту память. Завод «РАФ» с 1949 по 1998 годы занимался изготовлением автобусов и микроавтобусов. Данный экземпляр совсем нетипичен для привычных моделей «РАФ». Классические черты только можно увидеть в передней части автомобиля. Остальное – это уже выдумка конструкторов завода. Именно им в день торжественной презентации отреставрированного автопоезда выпала честь первыми прокатиться по Бикерингской гоночной трассе. Ну, участвовал в производстве этих поездов. Везде были заводы, а у нас фабрика. Приходилось обходиться тем, что есть, конечно. Раньше не было там шикарных тканей каких-то и отделки и прочее. Ну, что могли, люди делали, старались как можно лучше. В основной конструкции автопоезда «РАФ» было два полуприцепа. В отреставрированном варианте оставили только один. Говорят, все для удобства управления машиной. Ведь маневрировать автопоездом с двумя полуприцепами – задача не из простых. Чувствую себя очень хорошо. Другие ощущения, чем на обычном простом «РАФе». Есть разные нюансы, технические и так далее. Насколько это экстремально управлять таким автомобилем вот сейчас, в 2021 году? Ну да, это то же самое, как на автобусе ехать. Очень много народа. Нет барьеров, надо следить за зеркала. Каждый посетитель мотор-музея сможет осмотреть легендарный экспонат. На протяжении всей этой недели автопоезд «РАФ» будет находиться во внутреннем дворе Рижского мотор-музея. Ну а после пока не ясно, но в основной экспозиции музея места для такого поезда не найдется, чисто физически. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение.